Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Navo telekanalining qadrli muxlislari, lotereya o'yinishqibozlari. Bugun shanba, soat 19, to'g'ridan-to'g'ri efirda. Xalqbankning Omad loto lotereyasi 36dan 5 o'yinining 528-chi yutuqlar seriyasini boshlashga tayyormiz. 528-й тираж лотереи Омат Лото игры 5 из 36. Мы вас приветствуем, дорогие друзья. Мы вам желаем колоссального настроения, просто везения, удачи, бесконечного удачного процесса на сегодняшнем тираже. Ха, тираж овалиды, манышында и кятта Омат, сизлерге аспотады. Бугунги ютхлэр тиражыда джамы 397 миллион 185 миллион 675 сомлик пули ютхлэра ойналышыны малым кыламыз. Общая сумма призового фонда по всем категориям 274 миллиона 659 тысяч сум. Ундан ютхфондының бірінші категориясы, яни джекпот суммасы 274 миллион 659 мин сомдан ибарат. Да, вот я только что озвучил сумму джекпота. Еще раз повторю, 274 миллиона 659 тысяч. Ну а теперь пройдемся по остальным категориям. Торта соны топкен ойын комбинациялары үшін ютхфондының икінші категориясы 49 миллион 10670 сомлик пул ютхлары ойналмақты. А также по третьей категории сумма призового фонда 73 миллиона 516 тысяч 5 сум. Эндесі бүгінгі теле ойны кузат баручы Хай Атрайсы ва азолар білен таныштырамыз. Тангиров Якупжон Давлатбаевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Исакова Зохидахон Солиджоновна, Халхбанк Маркези аппарата Дубош Мтахасис, Хайат Азосы. Назаров Аскат Абдурахманович, главный специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бугунги ютхлер сиражида джама 36864 билет харит кылинген ва уларды 181520 битта ойын комбинациясы кайт етилген. Огромное спасибо, Камола. Вы озвучили те цифры, которые записаны на диске. Я передаю запечатанный компакт-диск председателю комиссии, так как это очень важный момент. Он запечатан, то есть до конца тиража, до того, как мы определим все-все категории цифры, он будет вот в таком вот виде, да? Шындай. Хамаге омат йор болсын. Демак, бүгін бізді бірден 36-кечі болген көк райындагі шарлар. Лототрон ішке чырамыз, ба ойны башлаймыз. Всем удачи, поехали! Есть первый шар под номером 5. Бірінші шар рақамы 5. Второй шар, и это 3. Икінші шар, 3. Есть третий шар, и это цифра 4. Учинчи шар ракамы тор. 5, 3, 4. 3, 4, 5. Так. Есть четвертый шар, и это у нас вторая категория. Число 23. Тортынчи шар ракамы егерма уч. Базеса бешинчи. Сонги. Джекпотны анықлы берәдіген шарны тұтыяпмыз. Он ечі боләді. И пятый шар, это 12. 12. Бұл 5-ші шар рақам. Смотрите, какая необычная, да, комбинация. 5, 3, 4, 23 и 12. 5, 3, 4, 23, 12. Бізді бүгін анышындай ажайып комбинация. Хосыл болды. Да, мы с уверенностью можем сказать, что данная информация обрабатывается в Центральной системе Народного банка. А мы хотим вам напомнить, что все филиалы Народного банка и систему УСПАЙНЕТ готовы вам помочь зарегистрироваться и участвовать уже на следующий тираж лотереи Омат Лото. А также можете сыграть Шаркона Лото, Супер Лото. По каким дням мы будем вещать, вы это уже знаете, наверное, наизусть. Понедельник, среда, четверг, суббота.
Xuddi shunday, Elxonning so'zlariga qo'shimcha qilmoqchiman. Ushbu lotereyalar biletlarini esa Xalqbankning istalgan filiallari yoki uspanay cho'xobchalarida ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Xohlagancha kombinatsiyada lotereya biletlari so'ngiga o'z telefon raqamlaringizni yozib qoldirasiz, to'lovni amalga oshirasiz. Undan keyin esa Elxon ta'kidlab o'tgan kunlarda soat 19:00 da Navo telekanalida jonli efirda har tirajni birgalikda o'tkazamiz, azizlar. И не забывайте, вот здесь вот в углу, вот они, вот наши адреса, где вы можете зарегистрироваться и узнать всю важную, всю нужную информацию для вас. А сейчас, Камола, у меня, я чуть отойду от темы, хотел бы задать вам вопрос. В узбекских, в таджикских и в казахских народах есть такая традиция, когда люди сидят, общаются и кушают за столом. Как это называется на узбекском? Три буквы. Яп. Яп. А какой вы знаете синоним к этому слову? Яштек. Все-таки Камола не зря является профессиональной ведущей. Я хотел проверить там по синонимам, пройтись по ее vocabulary, но получается, что не удалось мне вот вас вот так вот. Аслида Илхомна, созболиклары, джудаков, рустылида, узбектылида, ингелистылида. Начинается. Я на кастылар. Все, остальное расскажем на следующий тетрадь. Уже созболики, канчи коп больше, шунчи яхши азизлар, чунки біз, голыбларны, анашынды хурсанчилик білян, тур li so'zlarda sinonimlar bilan e'lon qilishga ham tayyormiz va 3-chi kategoriya bo'yicha boshlaymiz natijalarni aytishni. 2266 ta kombinatsiya yutuqli deb topildi va ularning har biri 32443 so'mdan pul yutug'ini qo'lga kiritishdi. Количество выигрышных комбинаций по второй категории 50, сумма выигрыша на одну 980213 сум. Xuddi shunday mana ekranlarda ko'rib turibsiz 3-chi, 2-chi kategoriya bo'yicha nechta kombinatsiya yutuqli deb topilgani biz g'oliblarni tabriklaymiz va eng hayajonli daqiqalar. Итак, та самая заветная сумма, то бишь джекпот по первой категории остается у Народного банка, потому что нет выигрышных комбинаций по первой категории. Bugun jackpot sohibi aniqlanmadi, lekin bu xafa bo'lish kerak degani emas. Потому что мы chunki Xalqbanki keyingi тираж учун джекпот суммасыны янада ашканды элон кылады. Невероятно, сразу на несколько миллион, несколько сотен миллион. 424 413 825 сумм, почти 500 миллионов. На следующий тираж готовьтесь забрать их. 424 миллион 413 825 сум деп белгиланды 529-чы ютуклар тиражы учун джекпот суммасы. И сейчас вопрос традиционно к председателю комиссии, есть ли претензии по проведению розыгрыша. O'yin lotereyalar faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablar asosida o'tkazildi, e'tirozlar yo'q. Katta rahmat g'oliblarga esa muborak bo'lsin. Bugungi yutuqlar chin yurakdan tabriklaymiz va keyingi tirajlarda, keyingi lotereya o'yinlarida jonli efirda sizlar bilan ko'rishamiz. Всего хорошего вам, дорогие друзья. Играйте, выигрывайте. А для этого нужно сделать определенные шаги, чтобы вам вернулись цифрами, миллионами, нулями. В хорошем смысле этого слова. До встречи. Салам, отбой.